Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу «Шикарные позиции», выпуск 39. Первое местоположение находится на карте «Перевал» в квадрате D4, и вам потребуется танк с неплохой скоростью, это даже может быть какой-нибудь тяж типа Т-57 Heavy. Но правда, пока вы карабкаетесь наверх, вам могут нанести урон противники, которые подъедут к мосту, но не всегда они там есть. Главное, что отсюда вы сможете простреливать балкончик, а также противников, которые спустились на воду. Кстати, впереди вас находятся деревья, и это означает, что еще не каждый раз вы будете тут светиться, и это, конечно, хорошо. Но, правда, стоит отметить, что, скорее всего, вас тут сможет достать арта. Ну и без хороших углов вертикальной наводки будет немного неудобно. Если целей тут больше не осталось, то можно вернуться на старую позицию для того, чтобы пострелять по врагам, которые едут по мосту. Правда, они тоже смогут дать вам сдачи. А если проехать чуть дальше, то вы сможете простреливать отсюда противников, которые стоят в ущелье. Как правило, их там довольно много. Ну и в целом замечательная позиция, которая подходит для тяжелых танков. На нее вы сможете сами забраться, это, конечно, явный плюс. Следующая точка находится на этой же карте в квадрате F1. И вам потребуется высокий танк, желательно с большим альфа-страйком. И, в принципе, подойдет танк с задним расположением башни. Мне, кстати, понравился вот этот момент, как ФВ-183 выцеливает корму своего союзника М-103, но все-таки поспели противники, они тут атакуют, и с этой позиции вы сможете отлично защищать это направление от них. И с большим альфа-страйком вы сможете вот так вот высунуться, там присунуть на 1000, если вы на ФВ-шке. Ну, если на каком-то другом танке, тоже неплохо будет пострелять, потому что можете на перезарядку идти за этот камень, и я считаю, что это просто замечательно. Также, если у вашего танка крепкая башня, то вы сможете тут очень даже неплохо танковать. В целом, отличная точка. Следующая позиция находится на всеми любимой карте Химмельсдорф в квадрате B0. Туда стоит ехать на танке с крепкой башней. Если вы видите, что ваши союзники неохотно едут на гору, то тут вы сможете устроить засаду неприятелям. Вы сможете спрятать вот за этой кучей обломков свой корпус и будете танковать башней. Конечно, один вы тут ничего не сдержите, но если вас будут перекрывать, то вполне вероятно, вы сможете устроить неприятный сюрприз противникам. И вас будет крайне сложно пробить, вы же будете наносить тут много урона. Главным недостатком этой позиции я считаю то, что тут противники могут просто поехать толпой, как они часто любят это делать. Дальше идет местоположение на карте Эль-Халу в квадрате D0. И вам потребуется более-менее быстрая арта, хотя сюда можно заехать на самом деле даже на объекте 212, я сам видел. И отсюда вы сможете чуть лучше закидывать врагам, которые прячутся за всякими укрытиями. Также выше шанс, что вы попадете противнику куда-нибудь в крышу, в двигатель. Таким образом вы сможете пробить вражеский танк и нанесете ему еще больше урона. Ну и в целом отличная точка, которая подходит почти для любой арты. Сюда легко заехать. Если, конечно, арта медленная, это потребует какое-то время, но, в принципе, пока перезарядка, я думаю, вполне можно сюда заехать. Следующая позиция находится на карте Вестфилд в квадрате G3, и вам потребуется незаметная ПТСАУ, желательно с башней, например, Waffentrager PZ4 или Hellcat. И отсюда вы сможете простреливать большую территорию, город, врагов, которые высовываются из-за холмов. И также еще вас не всегда тут будут светить, потому что противники не так уж и близко. Также враги могут стоять за кустами и деревьями, это тоже препятствует вашему засвету. Ну и если вдруг лампочка загорится, то можно спрятаться вот за эти неровности местности. Ну и в целом шикарная позиция. Конечно, есть у ней главный недостаток, который не позволяет использовать это место во всех боях, это то, что тут с легкостью достает арта.
Последняя позиция находится на карте Монастырь в квадрате F7. Вам потребуется быстрый и хорошо бронированный танк, например, объект 263. Тут вы сможете спрятать НЛД и будете танковать рубкой или крепкой башней. Противникам сложно будет вас пробить, и вы сможете наносить много урона. Но, правда, сюда стоит ехать только при поддержке союзников. Арта, возможно, тут достает, но не очень хорошо. В целом, шикарная позиция, надеюсь, она вам понравится. И на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И также хочу выразить благодарность всем людям, которые помогают мне, присылают реплеи, а также отбирают их. Желаю им крепкого здоровья и всего самого наилучшего. С вами был Маракаси. До скорых встреч, друзья. Пока!